Наряду с положительными тенденциями в демографической ситуации, развитием высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитационной медицины, негативные моменты в работе органов здравоохранения продолжают оставаться. Получение медицинской помощи бесплатно за счет средств соответствующих бюджета, страховых взносов, других поступлений является конституционным правом граждан Российской Федерации. Вместе с тем, в случае приобретения родственниками больных лекарственных препаратов ввиду их отсутствия стационарных отделений медицинских учреждений не искоренены. Нами зафиксированы такие факты в Азнакаевском, Аксубайском, Елабужском, Зеленодольском и Мадырском, Нурбанских районах города Набережной Челны. Когда я смогу попасть к врачу? Один из вопросов, который задается пациентам не только в регистраторе или руководителю учреждения здравоохранения. Результаты модерации уведомлений в народном контроле показали, что несмотря на различные формы и способы включения и использования средств телефонной и электронной связи, по-прежнему имеет место проблемы записи к специалистам амбулаторно-поликлинической сети, педиатру, неврологу, кардиологу, окулисту, эндокринологу. Конечно, во многом такое положение дел обуславливается кадровой необеспеченностью медицинских организаций. Примеры в докладе нами приведены. Отдельные факты несоблюдения предельных сроков ожидания проведения диагностических инструментальных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме выглядят вопиющим. Так, в Альметьевске период ожидания ультразвукового исследования брюшной полости составил более 8 месяцев. Исследование проведено только после обращения пациента в народный контроль. Предлагаю Министерству здравоохранения Республики усилить контроль по обозначенным проблемам и принимать своевременные меры для их реализации. Вызывает озабоченность ситуация по оказанию медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в лечебно-профилактических учреждениях. В ходе проверок сосудистых центров выявлены факты размещения пациентов в стационаре с превышением установленного норматива количества коек. Так, в первичном сосудистом центре на базе Гаузельнадус центральной районной больницы на момент проверки находилось 50 пациентов при нормативном количестве в 30 коек. Наблюдается рост количества госпитализированных больных с острым нарушением мозгового кровообращения и больниц центральной районной больницы, которые прикреплены территории Азнакаевского и Лениногорского районов. Если в 2014 году было госпитализировано 554 человека, то в 2016 уже 763. При этом по причине отсутствия свободных мест в прошлом году было отказано 63 больным из Азнакаевского, 89 больным из Лениногорского муниципальных районов. Такая же проблема остро стоит и в городе Казани. Можно отметить, что на первый квартал 2017 года запланировано открытие на базе Гаусс-Лениногорской центральной больницы открытие отделения, но очевидно, что это не совсем достаточно будет для решения этой проблемы. Предлагаю Министерству здравоохранения рассмотреть возможность дополнительного открытия данных отделений в республике. Регулярно в информационную систему попадают и уведомления граждан о невозможности получения в течение длительного времени медицинской помощи ввиду неисправности оборудования, маммографов, аппаратов флюорографии, томографов, вследствие чего граждане вынуждены обращаться в медицинские учреждения, удаленные от места жительства. По данным проведенной Счетной палаты Республики Татарстан на аудит эффективности использования средств бюджета Республики в ряде медицинских учреждений выявлено, что сроки простоя медицинского оборудования из-за его неисправности в некоторых случаях составляют от 34 до 102 календарных дней. Это больницы номер 5 Набережной Челны, Нижнекамские, Чистопольские, центральных районных больниц. Учитывая, что изначально был заложен формат круглого стола, наверное, это хорошо, и учитывая, что очень много важных и нужных вопросов поднимаете, мне бы хотелось, чтобы они не забылись, и мы какие-то решения приняли сразу по ходу вашего доклада, для того, чтобы эти вопросы были решены. Знаете, во-первых, то, что вы обратились, было по поводу изменения порядка предоставления или предоставления дополнительных льгот. Честно говоря, не очень понял в части государственного жилищного фонда. У меня просьба сформулировать еще раз непосредственно на меня отдельно и направить напрямую, потому что я думаю, что большинство присутствующих тоже не очень поняли, потому что очень-очень длинная была, не очень понятная формулировка. Да, то есть сегодня есть право, например, если ситуация в семье
усложнилась в связи со смертью одного из супругов. И тогда приостанавливается выплата и, как в найм, передается гражданину. Но у нас возникает проблема, когда, например, один из супругов становится инвалидом, и возможность уже ежемесячной оплаты социальной ипотеки, конечно, не получается. Поэтому вот такие случаи все с положением. Есть такие обращения? Есть, да. Нужно понимать, что все-таки владеть квартирой и найм – это разные немножко вещи, да. Достаточно серьезные. Есть, к сожалению, таких обращений недостаточно. Тогда понятно, о чем идет речь. Пользовались комиссии, которые рассматривают. Да, совершенно верно. Я думаю, что речь идет не очень большом количестве людей. Да, конечно. Единицы для республики. Давайте мы рассмотрим. А что касается... Коллеги, не шумите, пожалуйста. Что касается действительно устранения строительных замечаний, это касается не только жилищного фонда, но и других. У нас было поручение Министерства строительства, я вижу, замминистра находится здесь, встань. Я прошу проверить еще раз, было требование президента о формировании регламента об обязательной проверке всех объектов через 30 дней после сдачи подобных объектов. Это касалось всего остального. Поднимите, пожалуйста, где этот протокол, и, соответственно, необходимо проконтролировать. И просьба Сергеевна в рамках подобных обращений проверять, выполнено ли было данное поручение. Условно говоря, дом введен 23 сентября. Была ли комиссия 22 октября, проверила ли она все, обошла ли она все. Нужно понимать, что нигде на планете Земля не может такого быть, что вдруг что-то не вышло. Ты только что причесался, вышел на улицу, ветер подул, нужно снова причесаться. Да. Вопрос в том, что своевременно выявлять нам, а не людям, и своевременно устранять. Вы сказали, немножко как даже похвалили, получается, строителей, сказали, что они, конечно, устраняют, но вы абсолютно правы. Устранять они должны не по обращению жильцов, а по итогам проверки нашей с вами комиссии. Что касается вопросов, связанных с незаписью к врачу Министерства здравоохранения у нас. Здесь тоже есть. Да. Я понимаю вопросы и проблемы, которые там возникают, но я могу точно сказать, так как знаю хорошо вашу систему, что в принципе это невозможно и недопустимо в сегодняшней ситуации. Это не нерешаемая проблема, вот я бы так сказал. Это точно не нерешаемая проблема. То есть если бы мы сейчас говорили о том, что не приняли день или в течение 2-3 дней, ответ – да, это невозможно. И опять-таки нигде невозможно. Потому что, в принципе, есть понятие приоритетности, есть понятие срочности и многие другие вопросы. Но если не приняли в течение недели, такого быть не может. Или если не приняли в течение суток, по острым ситуациям, такого тоже быть не может и не должно. Правильно, не должно. Так? Да. А вот в части, конечно, последнего раздела, касающегося оборудования, здесь хочу сказать, что общемировая практика медицины показала, что, к сожалению, этого делать нельзя, потому что это отвлекает огромные средства и приводит к предпоследним, прошу прощения, когда мы высокотехнологичную медицину перемещаем, распределяем по всей территории, любого субъекта, любой территории, не добиваемся мы качества, мы отвлекаем средства. Потом будет обратный вопрос, когда это МРТ, и это, к сожалению, тоже такая проблема есть. Условно говоря, используется 3,5 раза в сутки. И это тоже неправильно. Поэтому лучше иметь большее количество автомобилей скорой помощи, хорошую транспортную доступность, но высокотехнологичных центров для Республики Татарстан не может быть больше 3. А в части неработы оборудования министр уже обращался. Это действительно наш вопрос. Проблема серьезная. Она связана с тем, что мы не имеем неснижаемого запаса запасных частей для данного оборудования. И фактически все процедуры начинаются только с момента, когда происходит поломка данного прибора, что приводит к его неиспользованию от 6 до 9 месяцев. Ну, здесь все присутствующие знают, что такое процедура. Это только торги, плюс закуп, плюс поступление и так далее. И так все равно лучше всех знает, называется, как непосредственно работающий человек системы. Кстати, мы с вами такую проблему решали, если вы помните, да? 4 месяца, по-моему, не могли лампу найти. Да? Аналогично, абсолютно идентичная была проблема. Здесь давайте обращаться. Дело в том, что бюджет не теряет деньги и не получает деньги. Он их все равно тратит. Эти 300, там, условно говоря, 32 тысячи рублей. Просто их нужно потратить в феврале, чтобы если сломается в марте, можно было сразу в течение суток заменить эту лампу.
а не в декабре, из-за того, что с марта по декабрь прибор будет стоять, опять-таки купленный на деньги, имеющий амортизацию, но который не приносит пользы, не приносит какого-то эффекта для людей. Поэтому решение готовьте, обязательно нужно этот вопрос решать.